Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город». Вы смотрите информационную программу «7 минут». Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности координатора ЛДПР в нашем регионе Денис Никитин. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. И вот вы у нас впервые, так сказать, в новом качестве, насколько я помню. Давайте сейчас, ну, как бы проясним ситуацию. Дело в том, что Александр Николаевич Шерин, который до вас был координатором, он сейчас сложил полномочия, насколько я понимаю, и остается лидером фракции в областной думе. Так. Да. Да, это было добровольное его собственное решение. Вот, вы сейчас исполняете обязанности, и поэтому вот хочется спросить, не изменится ли, не затормозится ли сейчас работа, ну, так, сами знаете, пословицу трудно на переломе всегда, бывает, как в начальственном переломе, вот, регионального нашего вот отделения ЛДПР, потому что, ну, в принципе, всегда она была активна и всегда жива, и ваша машина, и ваши знамена, они в городе всегда присутствовали. Вот как сейчас обстоят дела, расскажите зрителям. Ну, безусловно, со сменой координатора регионального отделения все те проекты, все те дела, которые мы, так скажем, проводили, mm-hmm. будут оставаться. Дело в том, что, на мой взгляд, избиратели, да, ну, наши граждане нашей области, в принципе, от этого даже выигрывают, потому что Шерин Александр Николаевич продолжил свою работу в качестве руководителя фракции Рязанской областной думы. Угу. Соответственно, у него также ведется и прием граждан, и юридические консультации. И вот сейчас, буквально несколько дней назад, мы взяли на работу юриста. Теперь региональное отделение ЛДПР будет проводить бесплатные юридические консультации два раза в неделю. Mm-hmm. Это понедельник и четверг с 2 до 6 часов вечера. Поэтому вот в плане работы с гражданами, я думаю, что тут никаких проблем не будет. Опять же, на выборах в Рязанскую городскую думу у нас прошло 2 депутата. Mm-hmm. Это Антон Князев и Анатолий Суслов. Дело в том, что они тоже не устраняются ни в коем случае от работы, всегда на связи, поэтому на данный момент у нас есть живые, адекватные депутаты, которые работают и в Рязанской областной думе, и городской думе. Что касается нашего регионального отделения, то курирующий депутат из Государственной думы Золочевский Виталий Сергеевич, мы с ним в нормальных, адекватных отношениях, на связи. И те вопросы, какие необходимо решать непосредственно региональному отделению, либо оказывать какую-то помощь гражданам, мы будем решать в том числе теперь и через Государственную Думу. Мы на связи с его помощником в Государственной Думе, поэтому все депутатские запросы, которые необходимо направить, подготавливаются у нас в региональном отделении и, соответственно, через Государственную Думу отправляются в течение 2 дней. Поэтому я думаю, что тут небольшой временной лаг, задержек таких угу. каких-то не будет по техническим причинам. То есть работа на рельсах, да, стоит. Работа стоит нормальная, адекватная. Вот буквально 4 ноября мы будем проводить митинг. Соответственно, после митинга будем проводить конференцию, посвященную итогам выборов, потому что на этих выборах у нас прошло порядка 30 человек, в том числе две главы сельских поселений. Это Овечкин Василий Владимирович и еще один человек у нас прошел. Соответственно, есть о чем говорить, есть куда стремиться, есть, так скажем, какие-то планы на будущую работу. То есть День согласия и примирения, как раз вот в этот праздник вы выступите, ну, вы, ваши представители, ваши лидеры выступят перед народом, и какие-то, значит, будете подводить такие, ну, промежуточные итоги года, даже можно так назвать, промежуточные, и определять векторы работы. Потому что, ну, действительно, так вот со стороны посмотреть, упрощенно говоря, ваши депутаты присутствуют в парламенте областном, в парламенте городском. Ваши представители возглавили сельские поселения в регионе. То есть такое присутствие ЛДПР в административных и представительных органах власти, оно есть, оно никуда не уходит, и независимо от того, там, как сложатся обстоятельства внутри, как, значит, долго вы будете исполнять обязанности, или когда вы станете координатором, уже официально работа идет, и самое главное, идет работа с людьми.
Так вот я понимаю. То есть ставка на работу с людьми у вас осталась. Да, безусловно. Дело в том, что ни в коем случае никакие кадровые изменения не должны влиять на работу в целом. А дело в том, что у нас работает несколько проектов, в том числе это народный контроль ЛДПР. Сейчас у нас определился ряд новых контролеров, помощников депутатов областной и государственной думы, которые в том числе при необходимости выезжают на место, если к нам обращаются граждане по какой-то там беде своей, либо произошло какое-то форс-мажорное обстоятельство, отключили горячую воду зимой, либо что-то такое. Наши контролеры выезжают, разбираются на месте в ситуации, составляют обращения граждан, в том числе и на имя депутата Государственной Думы. И вот таким образом мы направляем данные запросы депутатские в соответствующие инстанции и стараемся эти вопросы решать, конечно, как можно быстрее. Ну и вот ваш, так сказать, верховный лидер Владимир Вольфович Жириновский, он тоже всегда, как-то, мне кажется, он чаще других и активнее других идет в народ. И вечно он где-то в толпе, вечно он все что-то рассказывает, То есть принципы работы непосредственно, так сказать, лицом к лицу с народом у вас они соблюдаются. Да, безусловно. Дело в том, что, на мой взгляд, во-первых, ЛДПР это всегда была партия простого народа. И, на мой взгляд, основная задача политической партии – это работать с людьми, помогать людям каким-то образом. Просто говорить о том, какие мы хорошие, могут все, а показать какие-то реальные дела, что действительно сделала та или иная партия, наверное, вот на данный момент при появлении огромного количества партий, наверное, вряд ли смогут. Ну да, потому что говорят действительно все, все примерно заявляют одно и то же. Говорят о людях, но мало кто действует таким образом. Смотрите, что мы сделали, а теперь делайте вы. Вот, какие мы есть на самом деле. Значит, не за горами конец года уже такой, может быть, если и за горами, то за очень низенькими. Вот. Какие-то перспективы у вас, какие-то еще дела заложены на этот год? Вот кроме вот этого митинга 4-го, или какие направления вы сейчас приоритетно будете развивать, чтобы потом уже подбить итоги 13-го? Приоритетной задачей это, конечно же, продолжить адекватную работу. Соответственно, у нас произошли кадровые перестановки не только в качестве регионального координатора, но и в качестве, соответственно, и аппарата регионального отделения ЛДПР. Соответственно, некоторые координаторы местных отделений в районах у нас будут поменены. Так скажем, потому что некоторые люди утеряли связь с партией. На мой взгляд, что эти вопросы нужно решать как можно быстрее, потому что, конечно же, и огромное количество проблем на селе, и когда нет представителя нашей партии в том или ином районе Рязанской области, это плохо, потому что людям обратиться не к кому. Вот эти вот вопросы сейчас будут приоритетными. Такие аппаратно-технические, как говорится, в хорошем смысле усушка, утруска и оптимизация работы. Самое главное, что останутся ваши приоритеты, работа с людьми. И все работает, и даже юридическая бесплатная приемная, она даже стала чаще работать. Да, безусловно, потому что поток граждан, он довольно-таки большой, люди постоянно идут, сидят в очереди, чтобы мы могли помочь попробовать большему количеству граждан, соответственно, мы и пошли на то, чтобы сделать 2 дня юридической консультации непосредственно в нашем офисе на Чапаева 60, и, соответственно, работает в Рязанской областной думе помощник Ширина Александр Николаевич, это Ботова Наталья Николаевна, по вопросам по многим можно обращаться к ней в этом плане. На этом, как раньше говорят, на этой позитивной ноте закончим знакомство с вами. Я напомню нашим зрителям, у нас в студии был Денис Никитин, исполняющий обязанности координатора регионального отделения ЛДПР, Либерально-демократической партии, говорили о перспективах. Приглашает Денис Николаевич всех 4 ноября на митинг. Безусловно. Там рассказывал о том, что, какие-то подвели вы итоги своей политической деятельности, работы с людьми, с населением, обозначили какие-то перспективы. Поэтому, видите, ЛДПР все молодеет, а Владимир Вольфович, он всегда очень юный, молодой и энергичный. Так что хороших вам перспектив, удачи и доброй работы и плотной работы с населением. Спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». 7 минут. До встречи.